Ну что, повоюем, господа. Еще чуть-чуть. Так, у меня, в принципе, вот это вот все есть, да. Для тела, для рук, для ног. Создать, что ли, не знаю, даже надо оно или нет. Ладно. Пошли куда-то. Так. Да, я знаю, знаю. Да. Прыгивает еще. Образил. Куда идти, а? Пойдем в ту сторону сходим. Где звук? Ёлки. Еще один. Я вот, по-моему, этого башку не отрубал, да? Или отрубал? Сколько у тебя жизни, господи! Железный Иван. А, отрубал. Спасательная сигнальная ракета. Что? Ваш дрон выпускает зажигательный снаряд, который поджигает врагов на протяжении всего времени действия. Упс. Так, у тебя чё? Руки, да? Руки, ноги. Башку надо. Я сказал башку. Твои ёлки. Ну, судя по тому, что как они дохнут, их не броня такси. Башни ржавые крысы. Что? Воспользуйтесь меня, чтобы вызвать бан на свой этаж. Ну? Я пытаюсь воспользоваться терминалом. Эй. Воспользуйтесь терминалом. Не работает? Не работает. Неактивно. Крыса неактивная. Крыса проржавела напрочь. Типичит.
Furious Chopper. Chopper. Furious Chopper. Furious. Шоу лесорубов. Шоу лесорубов. Ну и так дохнут будут, дохнуть. Да? Заманиваете, да, суки? Ну ладно, заманили, считай. Шоу лесорубов. Да чтоб тебя! Ты на лесоруба ты не похож. Вообще никак. Ну у него там башки-то не было. В общем, проблема. В смысле, брони для башки. Я имею в виду, конечно же. This place is still operational somehow. Господи. Look around for a big power core. Might come in handy. Страшно. А вдруг чё? Ну вот, вот. Сзади. Сзади чё? Туда лучше не падать, я так понимаю. Ну вот тебе, пожалуйста. Засада. Так, у тебя башка есть, я знаю. А голову? Я же голову метил. I know, you're saying... Lumberjacks? What does Creo know about lumberjacks? You know Creo is helping people around the world. Helping save the world. But lumberjacks? Here's the thing. You see the power and the speed of the Creo rigs chopping down trees. You see the strong, agile, and dare I say, good-looking, Creo employees at work. But what you don't know is that before any of them stepped into their rigs, they weren't stepping anywhere without a wheelchair. That's right. Creo XO rigs give the disabled the power to walk again. Can you believe we live in a world with such miracles? I say, Timber! Грешно, конечно, смеяться, но... но... из инвалидов... Ты что творишь? Сделали лесорубу. Гениальный план. Так башку и не дал. Ну ладно. Так, что тут есть, что нет, нет. Ага, перезагрузка, да? Ну и... перезагрузка. Пофиг. Неважно. Тут что? Все выше и выше и выше. Стремление в полет наших птиц. Каждая пропеллере. Выше. О! Я удачно зашел.
Чё, чё тут свистит? Ну чё, туда, да? Сколько тут этих инвалидов лесорубов-то? Ну чё, меня прибьют сейчас, наверное. Сколько у меня запчастей-то хоть? А, ладно, в принципе, пофиг. Топорик у них какой-то хороший. Смотри. Ну-ка, отдай. Отдай топор. Дай взять лут-то, чё? Чё? Рубака. 5000. Инвалиды, идите в задницу. По одному, пожалуйста. Наконец-то я башку отодрал. Так, у тебя что-то тоже есть, да, хорошее, нет? А, ну это у меня уже есть. Да, богомол, хорошо. Все? Кончились? Что-то я сильно сомневаюсь, вообще-то говоря. Промышленный энергоблок. Полностью энергоблок нового поколения используют для питания оборудования криво. Бла-бла-бла. Хорошо. Что-то еще? Ну, блин. Как я люблю, когда свистит непонятно где. Вы себе представить не могете. Ладно. Вроде бы все здесь. Следуй за кабелями, да? Ну давай попробую за кабелями следовать. Не нарваться бы на какое-нибудь чудовище только. Так, что у тебя отрезать? Но, блин. Чё сдох-то раньше времени опять? Ну вот же прям, ну вот, вот. Палладиевая ячейка. Имплант. Что? Палладиевая ячейка. Повышает максимальный запас энергии. Эффект зависит от заряда энергоблока. Что-то тут все на энергию выдают. Прям усиленно. Что-то дропнули. Вроде бы. Нет. Почему вы все мертвые? Ну, это понятно. А наверх что? Нельзя? Нет. Хм, ладно. Нет так нет. На нет и сюда нет.
Поджигатель. Там поджигатель, да? Сейчас только зайду, и он очень закроется. Я бы предпочел вернуться, наверное. Или нет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это что за дрянь опять? Ой, господи. Знаешь что, парень? Ну-ка тебя. Этот звук багает у меня вот с этими безголовыми. Он большой палец показал, ну в смысле. Окей, типа. Мне показалось. Перед смертью. По-моему, да. Шестидесятый уровень. Ага. Мне до 60-го еще как до Китая ептать. Пищищит. Открывайся, сучья дверь. Не открывается. Ты не открываешься. Ты не открываешься. Тут опять что-то все заперто. А, ну... Ну, заперто, чё? Надо бы кого-нибудь грохнуть, наверное, чтобы открылось. Короче... Это... Вот это пищит или нет? Ну, судя по всему, да. Та-т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 а. О! Регенератор дали третий, да? Хоть так. А, ну это... Это как раз вот начало самое, походу, да? А, ну да, это вот... Ну, не самое. Что у меня вообще с... 45-й... Так, регенератор можно поменять, наверное, да? Вот на этот. Шо? Запоздаю совсем. Угу. А оружие я не могу улучшить. Улучшить. Оружие. Так. 67. Второй уровень. У меня второй уровень 72. У меня лучше.
Это что? Это тяжелая рубака. Урон отстой. Я не пользуюсь, урон не знаю, как тут. Это что? Угнанный сейчас 34 и 34. Но это мне не хватает. Ой, господи. Короче, понятно все. Ни на что не хватает. О! Ножку могу сделать. А давай. Что такое? Денег нет. Хорошо, наверное, да? Защита 74. Ну, хорошо, наверное. Ну, ладно. Да я... Не в та сторона опять. Вот это вот... Подозрительная такая дверь, мне кажется, нет? Очень подозрительная. Еще хотел в начало в самое сходить, но, блядь, где оно, я хреново. Там что-то свистело, может быть, открылось. Слышь ты, пончик Никита. Тут тоже что-то свистит, смотри. Так, понятно, тут заперто. Какую сторону идти, хер знает. А, вон где. Видю. Но отсюда не попадешь. Скорее всего. Или не попадешь. Или точно не попадешь. Вот это начало вроде бы, да? Нет. Нет, да, нет, нет. Нет. Да. Да-да-да, нет. Да-да-да. Да, вот начало. И теперь я сюда не могу. Сволчи. Тролли. Проклятые. Заставляют бегать по локации туда-сюда. Площадь железного Мауса. Эти вот вентиляторы тоже подозрительные. Такое ощущение, что их можно и нужно разбить. Блять, куда идти, а? Ёптать. Следуй за кабелями, за желтыми, он сказал. Руку отрубил.
И он мне дал второй уровень железа вольфрамового. А зачем мне второй? Слышь? По башке. Не хочешь? Зачем мне второй уровень вольфрамового? Мне третий нужен. Ну-ка. Что? Как ты посмел вообще увернуться? Как ты вообще посмел увернуться? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. They go. They... Слышь, ты маус железный. А, сука. Ладно. Куда я не допреду сейчас, наверное. Следуйте за желтым кобелем. А меня все в сторону, блядь, несет, ёптать, опять. Не люблю я по прямой ходить. Тетенька дохлая. Блять. А может у тебя... С тебя падает вольфрам? Какой... Подвижный. Чувак. Перестань. Может, третий падает с тебя вольфрам? Ну-ка. Ёптать. Не, тоже второй только. Так, я за кобелем, да, следую? Угу. Записать надо где-нибудь, чтобы не забыть. Ну это лесорубы опять. Чё, мне опять с ними можно биться? Класс. То есть, в принципе, их тут можно фармить. Ну, фармить я, конечно, сейчас не буду, наверное. И меня, короче, этот кобелина опять куда-то вывел, не туда. Это мне придется с ним биться? Или нет? Не совсем понял. Ну ладно. Наверное, придется, да. Точно. Пошли, чё.
топор станет. Маненько. На. Желтый кабелен. Да блин. Сколько вас тут? Не было же никого. Желтый кабелек. Кабелек. Следуйте за желтым кабельком. Ну и что, собственно? И куда я пришел? Опять что-то сюда пришел. О! О, мой бог, Кев. Creole World is totally awesome. You so wish you were here right now. Prepare yourself. As I say these two words. Iron Mouse. Yeah, for reals. And not just like a guy in a suit. He's a full-on AI synthetic Iron Mouse. I had a conversation with him about Rusty Rat. But get this. In like an hour, I'm meeting. Ready for it? Carbon Cat. I gotta go. Talk later. Carbon Cat. Встречается она. Что-то не уверен, что я хочу с ним встречаться вообще. Ты дохлый? Ну вот, надо туда идти, но как же туда идти, когда тут еще есть проход? Что за дрянь? А, это этот. Я не узнал вас сзади, извините. Уходи. А лут? Я все правильно сделал. Опа. Врата открылись, правильно? К Айрон Маузу. Пипец, я слепой. В упор не вижу, блин, лут. Без пикалки тут, если бы ходил, я вообще, наверное, ничего не нашел. Слепошарый, потому что... Ну вот где это пищит? Нет. А, вон. На заборе, ёптать. Ха-ха, как на забор-то попасть? Наверное, вот оттуда. Пойду попробуем. Блин, еще один. Пипец, у меня лечилки кончились. И тут засада, правильно? Ну не то чтобы засада, но лечилок нет. Весело.
Весело, весело, встретим Новый год. Отсюда не это, не тобой. Ладно, короче. 7000 запчастей, да. Пойду найду. Да, ну я, собственно, вот, около, вокруг да около все хожу. Так, только потом никуда бежать. Сюда, да? Вроде бы, ладно. Ой, ёп. Весело, весело, встретим Новый год. Тут, откуда ж ты взялся? Как от вас урон не получать? Никак? Так, сюда что ли? Ну да. Парень, что ты делаешь, ну? Ну ты достаточно косой. Я тебе хочу сказать. Блокировать, наверное, надо, чтобы урон-то не получать. Ну-ка. Пробивает, смотри. Пробивает. Пробивает. А, наверное, вот отсюда надо спрыгнуть туда. Убить вот этого дурачка. Так вот. И все. На этом все плохое закончится. Или нет? Ну, я тебя вижу. Еще одна спасательница? Что? Собакас, 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 собакас. Собакас. То, что звенит, это я слышу. Теперь осталось понять, где звенит. Прям вот здесь, вот прям под ногами. Одна звенела где-то вот тут. Ага, вот. Одну нашел. Матрица подавления. Не то, где матрица подавления. Матрица подавления.
Увеличить защиту при большом запасе энергии. Тут вообще все на энергию, короче. Вы хотите сказать, что мне надо энергию фапать? Вот это... А! Пипец слепошарый. Лора, where are you? Oh, God, no! Bobby! I don't know what happened, but Bobby was, he was just shaking Carbon Cat's hand. He was so happy. The cat even signed his Carbon Cat action figure. He's still holding it. Oh God, it's covered with blood. Oh, that flash, I don't know what it was. And then Carbon Cat suddenly, oh, Laura, where are you? Tell me this isn't happening. Where the hell did we go to Hawaii? Сходили в зоопарк. Ну, вылается. Всех сожрали. По одному. Здравитель второй. Это what the fuck? Одно забрал, другое зазвенело. Алло. Горожанин, блядь. Оторванная лопасть винта. Что? Оружие? Что? Оторванная лопасть винта. Одноручная. Просто одноручная. Оторванная лопасть, да. Прикольно. Но я, к сожалению, не умею пользоваться одноручным. Дайте одиночное крепление. Че вам жаль? А, вообще-то они дали. Че я? Зелененькое это здешнее. Вот это да. Изумруд. Ну, оно что-то не очень. Хотя... Так, ладно. Сейчас мы дойдем куда-нибудь. Друже. С тобой. Так, ну, про тебя я все знаю. Ты, гад, сейчас подымешься. Have y'all ever looked up at the sky and wondered, how does it work? How does Creo actually get billions of particles of our Project Resolve agent into the atmosphere every day? Well, it ain't magic. It's science. Continuous research performed by the best of the best. Constantly at work in Creo's top secret labs, refining the Resolve formula. And three launch pads shooting rockets into the clouds every 10 minutes. How cool is that? Welcome to the Creo Skybound Adventure. Minds will be blown. Blow, как туда попасть, лучше скажи. Вон там что-то есть, я вижу. Вот так, ну сюда попасть. Ясно. А это что вообще такое? Это ячейка. Ставьте мрачный договор, чтобы восстановить подачу энергии. Ага. Онлайн. Лимонаду давайте мне за это. Лимонаду хочу.
Дайте долбаного лимонаду. Ну, лимонаду не дали, зато... зеленую вражину прислали. За место лимонада тебе. Пескотня началась. Так, и что? Вставил я дальше что? Энергоблок. Вставил энергоблок. Что-то активировалось. А где? Иди сам разбирайся. Никто тебе больше ничего не скажет. Поджигатель. Хотелось бы сначала скинуть все. Или не хотелось бы? Ну, не знаю даже. Что этот скажет? Чувак, я энергоблок принес. All right, fine. Just walk away while I'm explaining things. No, I get it. Got things to do. Hey, welcome back, my friend. Well done out there. All I need you to search the chopper crash site for any sign of Chief Helvick. Also, keep an eye out for the black box. The data on there might give us a clue to what the. Где находится вертолет? That can't be all. Here's the thing. When the chopper went down, it you can see where it crashed. Up there, across the sinkhole. I didn't think it would, but now, with the systems restored... The rusty spring tower! I can control it from here. I'll lower the platform, and you can ride it back up to the crash site. Давай. Could you explain... I need you to search the chopper. Also, keep an eye on the date... Good luck out there. Башня крысы. Ну это не страшно, вообще-то говоря. Не дают улучшить оружие. Да плюс 3. Эх, и здесь не дают, да, здесь тоже до плюс 2, только до плюс 2, это у нас 67 получится. Но какой-то имплант я взял, вроде бы. Вот. Это я за место чего поставлю? За место вот этого, наверное. Угу. Однозначно. Иди, говорит, к башне крысы. Где эта башня крысы? Давай вспоминать.
Башня крысы, крысы, башня крысы. Какой ты страшный, как ты страшно орешь. Вот ты какая. Парень, ты хоть раз попади, а, пожалуйста, по цели, блядь. Хоть ты машешь, воздух убьешь. Где башня крысы, херовная? Ладно, пофиг, пошли к поджигателю. Ага, тут еще закрыто. А, стоп, нет. Да отвалите вы, придурки! Мать вашу. Здесь закрыто. Да блин. Идти-то сюда, что ли? Нет. Это я к тем братьям-акробатам попадаю. А куда? И где поджигатель? Чего не понимаю. Оборзели, мать вашу. Локации, которые по кругу все сделаны. Ходишь, ходишь, как дурак. Hey, it's Largo. I'm moving the Spring Tower platform to your position. You should be able to use it to reach the chopper. Hopefully you'll find my chief, Helvig. He's kind of an asshole, but he's my boss, you know? And I'm worried about him. Also, remember to keep your eyes open for the black box. We need that data. Какую еще платформу ты ко мне продвигаешь? Давай, продвигай. Где платформа? Здесь? Шоу лесорубов. R. Ага.
Вот эту платформу, что ли? В убор не вижу, вон же она. Пищалка. Плазменный накопитель. Результат избыточного лечения сохраняется в виде временного запаса здоровья. Что? Как интересно. То есть, если я хильнулся, и моя хилка меня вылечила больше, чем у меня здоровье отсутствует. Все остальное пошло мне в хпшку, в увеличение хп. Прикольно. Так, вот это чё? Oh my god, somebody please respond. This is Milo Durbin. I just sell popcorn. Where is everybody? Something happened. There was a flash, it came from everywhere, and then everything went wrong. People falling dead, people going crazy. Two guys just beat each other to death in front of me. The mascots are malfunctioning, they're chasing the podcast, and oh shit. There's a helicopter falling out of the sky. Watch out! Вертолет говорит, падает. Я туда иду сейчас. А, я же говорил, что это запасной люк. Вот он и есть. Шорт открылся. Это, правда, мне мало что дает. Ну, шорт я нашел, да? Нашел. Так, сюда что? Yeah, you keep riding your roller coasters like this whole park isn't sinking under your feet. Everything they tell you, it's all lies, lies, lies. You people have no idea how little it would take to bring down the megastructure. One little failure of that oh-so-secret containment unit, and all of this is going bye-bye. And you sheep pay to come here? Это какой-то лифт. Это вниз. Так, как, что это за лифт, правда? Но это лифт вверх. Ага, это я вон куда, да? А с какой целью?
И с той стороны тоже так же можно приехать. Я так люблю туннели, бля. Всю жизнь по ним ходил, ёптать. Модуль дрона. Нет? Спасательная ракета опять какая-то. Сейчас я не врубился, как это спасательной ракетой пользоваться. И зачем мне их дают? Одну ждали уже. Так, ну это как бы это я как бы вниз пошел на башне. Теперь как бы вверх надо. Выносливость. Вот выносливость это хорошо. Блин, 45 уровень нужен. Я бы выносливость туда поставил. Дайте 45 уровень, пожалуйста. И я выносливость туда поставлю. Ржавая крыса. Чтоб ты ржавела. Западная площадка. О, вертолет. Геликоптер. Еще что-нибудь? Ну давай, сейчас кто-нибудь вылезет какая-нибудь. Это ты что ли ржавая крыса? Блять, ну уходи, ёптать. Блять, да уходи, что ли, долбоёба кусок. Он встанет, что ли, не пойму. Надавали, 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 ничего не пойму. Все быстро, быстро. Oh my god, that looks like the chief.
I'm so sorry. His implant must have fried like the rest. But at least you found the black box. Thank God. You gotta bring it back to Ops right away. Maybe we can find out what the hell happened to this place. Это смерть? Нет. А, так сюда падать можно было, что ли? Кто бы знал. Вот сюда можно наступать? Можно. Тьфу, ёлки. Я думал, там мостик. Warning. This highly classified briefing is intended only for Squad Chief Helvig, Search and Rescue Operations. Unauthorized access will initiate your immediate arrest and subsequent interrogation by Creo Security. Have a nice day. Chief Helvig, this classified briefing supersedes all other standing orders and is issued directly by the Creo Board of Directors. Your new assignment is to continuously patrol Creo World, duration indefinite. Observe the park for unexplained structural breakdown. In the event of a containment breach, immediately report to the executive forum. Пипец, такое секретное сообщение. Ну просто секретнее не бывает. Просто топ секрет. Топ 100 секрет, блядь. Слышите? Дайте на вертолет посадите. Я не знаю, еще что-нибудь. Тут что-то как-то уныло. Бандита какого-то на меня натравили, непонятного. Кто такой, откуда? Зачем? На крысу не похож. Подняться туда нельзя, походу. Расти. Что написано? Расти. Расти, хрен поймешь, написано. Ладно, выпустите меня отсюда, хрен с ним. На вертолет вы меня не пустите все равно. Идти мне, походу, назад надо. Да? Он вроде бы сказал... Возвращайся в В. Куда там В? В. Возвращайся поскорей. Ну и, собственно, серию на этом закончу. Наверное, сейчас вернусь только. Тебя не хватало. Вот всех хватало, кроме тебя. Looks like the system isn't too happy about my infiltration. Manual control of the tower's been disabled. I'm trying to fix it, but right now it isn't working. Чего? Ты же вроде все включил, чувак. Слышь ты, пища! Хватит меня бить. Нонсенс. Меня бьет... Жертва. Меня атакует жертва. Ай, куда идти, айо? Где мой дом? Вот он. The search and rescue team is currently hiring. Apply now.
I can't believe what happened to my squad chief. I guess there was no way to save him, huh? He was such a... I knew him along, but I guess we just have to keep moving forward. The rest of the team, and at least you got the black box, right? Right. Here's the black box. Let's hope this gives us some answers. Amazing, it's still intact after that crash. I should be able to gain some useful data. Так попробуй не найди. Let me run a quick scan and check for useful sectors. Так почему ваш вертолет разбился? Может, кто-то другой знает больше? Так почему ваш вертолет разбился? Okay, here we go. All right, this confirms there was an end right before the controls on the chopper went out. Yeah, it definitely looks like this cascade overloaded all the CryoNet implants. Levels are way off the charts. My god. No wonder half the people out there are dead and the rest are... Что еще записано в черном ящике? Could you get any useful data? Wait. What is this? Mission briefing. Sent directly from the boardroom to Chief Helvig months ago. Can't open it. This is really high-level encryption. I mean, top-shelf, super-sensitive shit. I need to hack this. I know it's a private briefing and all, but I think these are extenuating circumstances, right? It's not gonna be easy. It'll probably take me a while. Может, кто другой знает больше? There's gotta be someone out there with some insider info. Wait, I might know of someone who used to be a high-ranking scientist who could know about secret projects. Dr. Chavez from Project Resolve. She went rogue and has been off the grid for a while. Она, конечно, знает. Sort of private project. Oh, hey, I'm seeing an automated distress beacon in the Resolve Biolabs. If we're lucky, it's Chavez. I'll try sending her a message saying that you're a man of integrity. Let me draw you a quick map to the Biolabs. When I've cracked this data, I'll get in touch through your drone. There's gotta be... Wait, Dr. Chavez. Oh, hey, I'm seeing an... I'll try sending her a message saying that you're a man of integrity. When I've cracked this data. Вот наконец-то связка появилась с этим доктором Чавесом. А то что-то как-то. Сорок четвертый уровень. Может, наберу, а? Двести, полторы. А, ну да, наберу. Опса. Экзокостюм улучшен. Здоровье. Повышает максимальный запас здоровья. Ага. Да, блин. Тридцать пять стоит. Ах, вы ушлепки, мать вашу. То есть мне и выносливость тоже не дадут поставить. Уши и выносливости на 20. Три энергии чеки, ложим еще. Ладно. Закончу серию, наверное, пока.